Еще один документ. Я приношу свои извинения за то, что я не владею официальным языком республики. Значит, отчасти я, немножко понимаю, отчасти нет. Я постараюсь вас не утомлять, но это такое серьезное занятие, и у меня большая честь, поэтому я постараюсь это очень быстро, чтобы вас не утомлять. Я надеюсь, что большинство меня воспитает. Итак, господин президент, господин премьер-министр, господа министры, высокие гости, господа. Прежде всего, решите мне присоединиться к поздравлениям доброго пожелания в адрес господина президента, которое я полностью разделяю. А теперь несколько слов о себя лично. В первую очередь я хотел бы выразить свою благодарность и свою радость по поводу назначения меня чрезвычайным полномочным, я так понимаю, послом Республики Кубжутия в столице моей страны, городе Иерусалиме. День рождения нашего, а я надеюсь, что вместе с почетной должностью я получил право говорить это слово нашего, президента, мне не хотелось бы говорить о политике, но я не могу не отметить тот факт, что руководство Республики Ужупис проявило твердость и независимость, направив посла именно в столицу моего государства Иерусалим, тем самым подтвердив свой статус великой и обеспечив по-настоящему великой державы. Господа, по роду своей деятельности я писатель, поэтому несколько следующих слов я скажу именно как представитель этой профессии. Так же, как и в Литве, в Израиле существует писательская организация. Но в отличие от литовской, у нас называется не союз, а федерация писательских союзов. У нас есть союз писателей, пишущих на русском языке, на польском, на испанском, на идише, на иврите. Если я узнаю, что есть союз пишущих на языке суахили, я не удивлюсь. Всем понятно, как образовались эти союзы. Я позволил себе эту как бы необязательную справку для того, чтобы сказать, что, познакомившись с Конституцией Республики Ужупис, я исполнился уверенности, что в нашей федерации не появится союз ужуписских писателей, ибо уверен, что ничего не мешает и не помешает им писать себе произведения на их прекрасной родине. Что, к слову сказать, еще и сохранит мою монополию на представительство Республики Ужупис в Иерусалиме. Еще несколько слов о вашей замечательной Конституции. Как известно, у государства Израиль своей Конституции до сих пор нет. Одной из моих приоритетных задач высокой должности посла было ознакомление иерусалимской общественности с Конституцией Республики Ужупис, которую я считаю в определенном смысле образцовой и подходящей для любого по-настоящему цивилизованного государства. Большую часть своей жизни, 51 год, я прожил в городе Ленинграде. В Вильнюс первый раз я приехал в 1963 году. Приехал и сразу влюбился. Это, несомненно, была любовь с первого взгляда. Сегодняшний Вильнюс – современная европейская столица, в которую невозможно не влюбиться, что, не сомневаюсь, происходит с многочисленными гостями этого города. Я же влюбился в Вильнюс, когда в главном дворике университета росли лопухи, а упоминание о родственниках, живущих на улице Дарибу, вызывало уважение во всех темных подворотнях старого города. Таким образом, с территории будущей республики Ужупис я познакомился чуть раньше, чем ее нынешнему президенту исполнилось 5 лет. Этим я хочу сказать, что если бы для занятия должности посла требовался стаж знакомства с республикой, это требование стало бы для меня препятствием. И в заключение моей небольшой речи я хочу еще раз поблагодарить должностных лиц республики Ужупис за оказанную мне высокую честь, честь которой изо всех сил своих буду стараться оправдать. Благодарю за внимание. Еще, как мы говорим, я на литовской потом перезадумал. Как сейчас пратится какие-то уже пьяны, а? Венинтер студил на венеша, сын забрал юс мусасов. Венинтер студил мочил на газа венеша. Вы единственный, поэтому не одиноки.